Привет! Те водители, которые работают в неблагоприятных условиях, а именно на севере, где обычно очень холодно, имеют действительно развитую смекалку. Но естественно, ведь при морозе возникает огромное количество проблем с грузовиком. И об одной из многих хитростей я хочу вам сегодня рассказать. А именно, многие водители на севере возят с собой шланг от пылесоса. Для чего он нужен? Давайте разберемся. Всем, думаю, понятно, что зимой завести автомобиль бывает очень непросто. Но это, как говорится, полбеды. А вот что делать с намертво примерзшими тормозными колодками? Большинство постарается сорвать, оставив накладки прямо на дисках или барабанах. Ехать так нельзя, так как без поломки вам не обойтись. Далее ваш путь будет ограничен только дорогой в магазин автозапчастей. И это в лучшем случае. Ну и конечно же, есть простой и реально гениальный способ решить данную проблему. Выхлопные газы довольно горячие. Они не успевают остыть к моменту выхода из оконечной банки глушителя. Значит, нужно просто подвести ненадолго эти горячие газы к каждому из задних колес. Передние примерзают крайне редко. А вот задние, особенно на ручнике, этой болезнью страдают регулярно. Сделать это проще всего шлангом от пылесоса. Он гибкий, нужного диаметра, ничего не стоит. К тому же дома, в гараже или на даче он обязательно найдется. Плюс даже ничего прикручивать не надо. Просто накидываем один конец на трубу, а второй втыкаем в щель диска. Через несколько минут колодки отойдут, да и машина успеет прогреться. Можно смело ехать по своим делам. Просто, дешево, быстро, лучше не придумаешь. Друзья, а вы слышали когда-нибудь о подобной хитрости? Напишите в комментариях. А на этом все, пока.